Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivara Hare Gopi Jana Balaba Girivara Hare Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Jira Vanachari Yamuna Jira Vanachari
Книгу? Все, да, знают? Нет, просто мало ли кто-то, может быть, забрел. Итак, глава третья здесь почему-то. Тело могли бы... Нет, у меня вторая глава, 49-й. 49, да, сказали. Да, 49. Так. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, читаем Бхагавад-гиту, как она есть. С комментариями Его Божественной Милости Ачи Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Глава сегодня у нас вторая, текст 49. Глава называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты». Так. Дуреннах яварам карма. Дуреннах яварам карма. Дуреннах яварам карма. Дуреннах яварам карма. Будхи йогам джананджая. Будхи йогам джананджая. Будхи йога йогат тхананджая. Будхи йогад дхананджая. Будхи йогад дхананджая. Будхау шаранам анвичха. Будхау шаранам анвичха. Будхау шаранам анвичха. Будхау шаранам анвичха. Крипанах пхала хетаваха. Крипанах пхала хетаваха. Крипанах пхала хетаваха. Дуреннах яварам карма. Дуреннах яварам карма.
Будхи йогат тхананджая. Будхау шаранам анвичха. Крипанах пхалахетаваха. Дуреннах яварам карма. Будхи йогат тхананджая. Будхау шаранам анвичха. Крипанах пхалахетаваха. Дурена, далеко. Далеко. Сколько оставь. Да. Хи. Хи. Безусловно. Безусловно. Аварам. Аварам. Порочную. Порочную. Карма. Карма. Деятельность. Буддхи йогат. Благодаря деятельности в сознании Кришны. Дхананджая. О, завоеватель богатств. Будхау. Подобном сознании. Шаранам. К полной преданности. Анвичха. Стремись. Крипанах. Скупцы. Пхалахетаваха. Те, кто стремятся к плодам своего труда. Итак, перевод, комментарий Шрилы Прабхупады. Отхаданджая. Оставь всю порочную деятельность. Отдайся преданному служению и в таком умонастроении вручи себя Господу. Только глупцы стремятся к плодам своего труда. Еще раз. Отхананджая, оставь всю порочную деятельность. Отдайся преданному служению и в таком умонастроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. Комментарий. Тот, кто осознал свою истинную природу, природу вечного слуги Господа, посвящает себя деятельности в сознании Кришны и оставляет все прочие занятия. Как уже говорилось, буддхи-йога – это трансцендентное любовное служение Господу. Вот истинное предназначение каждого живого существа. Только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда и тем самым еще больше запутываются в сетях материальной жизни. Любая деятельность, кроме деятельности в сознании Кришны, порочна, ибо заставляет живое существо вечно вращаться в круговороте рождения и смерти. Поэтому никогда не следует считать себя причиной действий. Все действия нужно совершать в сознании Кришны, ради удовлетворения Кришны. Скупцы не знают, как распорядиться богатствами, посланными им судьбой или нажитыми тяжким трудом. Все свои силы надо использовать, трудясь для Кришны. Тогда наша жизнь увенчается успехом. Однако скупцы, к своему несчастью, не понимают этого и не хотят тратить силы на служение Господу. Дуреннах яварам карма будхи йогат тхананджая будхау шаранам анвичха крипанах пхала хетаваха. Вот тхананджая, оставь всю порочную деятельность, отдайся преданному служению, в таком умонастроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. О, Магьяна Тимирандасья, Генанджана Шалакая, Чакшуру Милитам Яна, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобиштам Стхапитам Йена Бхутале Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатару Бьяща Крипа Синду Бьяйвача Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабунитянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васили Гоур Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Очень такой необычный стих для нас, начинающих преданных. Итак, живое существо по природе по своей является деятельным. То есть мы можем заметить, что мы далеко не статичны с вами. То есть нам всегда нужна какая-то динамика. Динамика в любых действиях. Находимся мы в иллюзии или, ну, я имею в виду, в
под влиянием материальной энергии или под влиянием духовной энергии. В любом случае нам нужна какая-то действие, деятельность какая-то нужна. Мы созданы для того, чтобы жить. Само понятие жизни заключает в себя эти понятия «желать жить». То есть желания порождают действия. И эти действия могут быть разными. Попадая сюда, в обусловленное состояние, материальный мир, мы получаем набор определенных качеств этого мира. Первый из этого качества – это ложное отождествление себя с этим телом. Кришна говорил Арджуне до этого, он уже рассказал ему, что есть духовная природа, что такое духовная вечная душа, как она проявляется в этом мире, и как мы можем уловить ее внутри себя. Собственно говоря, мы и есть эта душа. И эта душа должна действовать каким-то образом. Здесь, в этом стихе, Кришна уже предлагает Арджуне заняться чистым преданным служением. Но до этого он ему рассказал о деятельности в гунах материальной природы. То есть, так как мы порождены вот этой постоянной динамикой, Кришна очень динамичен, то нам тоже нужна динамика, я повторюсь. И попадая в материальный мир, мы получаем этот набор, как я сказал, ложное эго и сочетание гун определенной материальной природы. То есть у нас были какие-то желания в прошлом, мы рождаемся здесь, на планете Земля в данном случае, и проявляем какие-то качества. У нас есть природа у всех. Ведическое общество было построено таким образом, что оно было устроено в соответствии с системой варн и ашрамов, варнашрамы. Эту систему можно наблюдать и сейчас, но она испорчена. То есть она не работает, как она работала раньше. Сейчас мы также можем наблюдать все эти варны, они присутствуют в людях. Есть люди очень интеллектуальные, но они не заняты той деятельностью, которая полагается. Но так или иначе, немного об этом поговорим. Варнашрама – это устройство, которое ввел сам Кришна, сам Бог ввел в общество. Для того, чтобы общество функционировало и было продуктивным. Вот. Сначала идут браманы, это высокоинтеллектуальный уровень людей, которые были в определенной, даже в большей степени, чем все население, они были отречены, они занимались, как правило, духовной практикой и были независимы в большей степени, чем другие живые существа. То есть они испытывали большую свободу. Поэтому они были в меньшинстве, и вместе с этим они обладали качествами, к которым люди могли тянуться, и перед глазами был пример для подражания, куда можно тянуться вот, духовности. То есть они показывали эти качества чистоты, нравственности, морали. Вместе с этим они были сострадательны очень, и они давали наставления царям, у которых была другая природа. По гунам они были созданы очень сильными. Кшатрии – это те, кто защищают своих подданных, и они способны управлять большим количеством людей и сделать их, они обязаны сделать их счастливыми, так или иначе, в той или иной мере. Кшатрии, они, как правило, это воины, очень сильные люди. Мы можем видеть, как у нас есть что-то подобное, там, например, Владимир Владимирович Путин у нас, да, есть тоже такой очень воинственный, кшатрийский такой настроенный молодой человек, ну как молодой, уже не молодой. Но так или иначе он проявляет эти качества заботы о людях, о народе. Рядом с ним есть патриарх, да, у нас, который тоже дает ему советы какие-то. И это каким-то образом напоминает нам ту самую варнашрам, мы можем это видеть в обществе. Но в варнашрамадхарме, ну, поговорим дальше, да, есть вайши. Вайши – это те, кто заботились о коровах и заботились о пропитании в общем. То есть они, на них лежала эта задача, чтобы они снабжали людей пищей, очень хорошего качества пищи, чтобы была. Вместе с этим они получали от этого деньги, это были купцы разного рода. Также они занимались шелком и тому подобными вещами, как-то одевали, обували народ. Посредством низшего класса, шудр, которые были созданы
по природе они созданы таким образом, что они подчинены всем другим классам. Они чувствуют, что они должны быть подчинены. Не то, что это обуза какая-то для них. Нет, они, если у них есть хороший хозяин, то они вполне удовлетворены тем, что о них заботятся, и тем, что они находятся на своем месте. Если, например, он пашет землю им, и его, не знаю, как это сказать, его хозяин или тот, кто о нем заботится, вайшья, он заботится о нем, то он будет вполне удовлетворен такой работой, пускай она даже будет черной в каком-то смысле для нас. Но такие люди удовлетворены. Это основная масса людей. Вместе с этим люди прекрасно понимали, что есть определенное равенство, что есть Бог. Вместе с этим они могли духовно прогрессировать все, независимо от варн и ашрамов этих. Есть еще ашрамы. Да. Ашрамы – это более социальное устройство, то есть ребенок воспитывался сначала как брахмачари. У девочек немножко другое воспитание было, ну, отличается воспитание мальчиков и девочек, но принцип тот же самый, чтобы реализовать ту энергию детскую, которая у них есть, до 14 приблизительно, 18 лет, там, мальчики до 25 лет, насколько я помню, там есть, да, Шрила Прабхупада пишет, что их воспитывали как брахмачари, потом они вступали в другой ашрам, и они были уже квалифицированы, чтобы брать на себя ответственность. Деятельность, любая деятельность подразумевает под собой определенную, взятие определенной ответственности. То есть, и когда человек живет таким образом, его готовят к этой ответственности. Если сейчас мы можем посмотреть, что нет никакой брамачари, и люди безответственны абсолютно, они принимают какую-то семью, надоело, и бросают просто. Ну, семью, ребенка бросили, все. То есть, нет вот этого чувства ответственности, чувства роста, для чего это делать, нет этих понятий, утеряны, утрачены. Поэтому все очень так скользко и бессмысленно, что ли. Семейная жизнь зачем? Ну, просто вот понаслаждались, разбежались. Ну, дети, в конце концов, еще могут как-то удержать, но если вожделение уже пика достигло, то не спасают и дети, не спасают ничего, и просто нет никакой цели, смысла нет. Телесная концепция. Но варнашрама дхарма, она была устроена таким образом, что люди знали, для чего они это делают, для чего это брамачари, для чего семейная нам жизнь нужна. После семейной жизни, приблизительно 49-50 лет, человек автоматически сам созревает, то есть тело подсказывает ему, есть наука даже, я помню, это чакравидия, которая строится, жизнь строится по принципу задач определенных. Каждый год у нас есть определенные задачи, которые само тело будет диктовать нам, что мы должны выполнить ту или иную задачу в тот или иной год. Если не сдаем уроки, то возвращаемся обратно, то есть автоматически. И к 49-50 годам человек созревает для того, чтобы у него очищается так сознание, что он готов оставить всю мирскую деятельность сам. То есть его не нужно заставлять, это побуждает его внутреннее чувство, внутреннее ощущение, что он должен эволюционировать дальше идти. Он понимает бренность этого мира, бренность этого тела, он понимает, что он душа. Может быть, не в полной мере, но, по крайней мере, на теоретическом уровне и доли практического уровня у него должна быть в любом случае. И в этот период жизни он начинает уже погружаться в священные писания. Говорится, что семейная пара, они могут вместе путешествовать по священным местам, говорить, проповедовать, где-то ездить, говорить о Кришне. Вот. И уже когда остается немного времени до смерти, мужчина, как правило, если ну, мать, она остается на попечении у старшего сына, она всегда должна быть под защитой, говорится, в обществе, чтобы не беспокоиться. А мужчина, он как бы умирает, то есть он принимает саньясу. Саньяса означает, что осталось не так долго до смерти, и пора полностью погрузиться в духовное сознание, чтобы жизнь увенчалась успехом. Потому что ну, мы уже пожили, как и брамачари, мы учились, у нас была школа, все это было. У нас была семейная жизнь, мы это все попробовали, работа была. У нас был также момент для отречения в жизни. И таким образом остается еще один отрезок жизни, которым мы должны получить другой опыт, полного погружения в сознание Кришны. То есть уже полностью отречься от общения, то есть какой-то материальной деятельности. В том смысле материальное, что не работает, саньяси он не работает, как обычные люди. Вот. Он не ходит на работу, не получает зарплату, другими словами. Хотя его содержат ученики, он зависит полностью от милости Кришны.
Таким образом устроена Варнаша Мадхарма. Вайши также они поддерживают, они дают эти налоги, а кшатрии устраивают большие жертвоприношения, праздники большие устраивают, чтобы полубоги были довольны. Полубоги – это стихии, то есть это времена года, это дождь, свет, солнце. То есть все вот эти условия, в которых мы находимся, дайва еще на санскрите называют, они должны быть устроены очень хорошо, чтобы времена года были в одно и то же время проходили, чтобы были хорошие урожаи, чтобы люди не голодали и тому подобные вещи. Люди знали эту связь, видели эту связь с другими, со стихиями природы. И они совершали жертвоприношения. Мы знаем, читаем книги, когда мы видим, что они постоянно совершали какие-то жертвоприношения. У нас на Руси было очень много, да, то есть поклонялись Перуну, поклонялись разным полубогам, чтобы было хороший урожай, чтобы было еще что-то было. Таким образом, люди понимали, что они не одни, то есть они не полагались на эти чувства, они полагались на Писание, и они полагались на жизненный опыт. То есть опыт показывал, что после проведения жертвоприношения становится очень все благоприятно. Если мы спели очень хороший киртан с вами, то все становится очень благоприятно, и мы чувствуем, что все благоприятно. То есть не нужно как бы каких-то доказательств. Доказательства происходят внутри у нас. Таким же образом, когда они совершали жертвоприношение, шел вовремя дождь, сходили злаки, и было все очень вкусно, не было каких-то паразитов, которые поедали это все. И все таким образом работало. Вместе с этим здесь нужно сказать, что деятельность бывает трех порядков, да, то есть это в предыдущем 47 стихе рассматривается три вопроса: обязанности, предписанные шастрами, действия по собственному усмотрению и бездеятельность. То есть предписанные обязанности – это деятельность в соответствии с гунами природы, под влиянием которых находится данный человек. То есть мы объяснили это, да, что есть природа у нас у каждого. И природу не нужно как-то ее избегать, что ли. Мы должны сами почувствовать, какая у нас есть природа, куда нам лежит сердце, другими словами. Если я музыкант, например, ну как, знаете, в свое время природу гасили чем? Ну вот именно вот какой-то модой. Если было модно, что идти нужно всем в инженеры, это было модно. Даже если я по природе не инженер, я иду в инженеры там и чем-то занимаюсь, но толку от меня никакого не будет. И я просто буду неудовлетворен из-за того, что моя природа не занята. Но если я просто, не знаю, кузнец какой-нибудь, ну не светит мне там быть начальником, но я умею обращаться с металлом или еще что-то, рука вот у меня лежит, то я буду удовлетворен, занимаясь просто какой-то такой деятельностью, которая будет приносить какую-то пользу, да. И мне, и другим. В любом случае нужны хорошие электрики, нужны хорошие сантехники, нужны дворники очень хорошие, нужны начальники хорошие. У всех есть свое место, как говорится, у всех есть своя природа. И вот Кришна говорит, что мы должны это найти в себе сами. Раньше было проще. Чем проще? Тем, что варны были устроены таким образом, что человек рождался уже в семье плотника, например, и отец ему передавал это из поколения в поколение. И он вырастал и был квалифицированным рабочим, который был нужен обществу. Как мы еще раз скажем, что хорошие плотники везде нужны. А вот как бы, ну, какие-то не очень хорошие не нужны. И у нас тоже сейчас выстроено таким образом система образования, что всех учат под одну гребенку, что ли. Раньше такого не было, людей воспитывали в том направлении, в котором они рождались, как правило. Если он рождался в царской семье, то ему говорили, ты скоро будешь царем. Воспитывали его в этом настроении, и у него были уже качества определенные. Все было таким образом устроено. К знаниям, каким-то изучению наук глубоких не допускались обычные шудры, допускались только высокоинтеллектуальные люди, то есть браманы, они изучали вот эти все науки, астрологии, еще что-то. Не было книг, как правило, у них была очень хорошая память, и они могли наизусть все это запоминать. Были качества, другими словами, у людей. Сейчас нет качеств, выпускали книг разного толка, но в мире беспорядок, как мы видим. Также описывалось
бездеятельность, да, то есть действие по собственному усмотрению и бездеятельность, предписанные обязанности. Эта деятельность в соответствии с гунами под влиянием, которые находятся. К деятельности по собственному усмотрению относятся те, которые совершаются без дозволения своих обязанностей, без выполнения дозволения свыше, а под бездеятельностью подразумевается отказ от выполнения своих обязанностей. То есть давайте подумаем, если, например, у меня есть какая-то работа, да, я делаю что-то, но я устал и не пойду на работу. К вечеру будет хуже, чем если я схожу на работу и отработаю, да. То есть это, Кришна говорит, что эта бездеятельность, она приведет тебя еще к большей апатии. То есть выполняй свои обязанности, найди свои обязанности, так ты будешь более удовлетворен. Кришна в этих стихах, он говорит, как мы можем действовать и в нашей деятельности получать удовольствие, удовлетворение получать в сердце. Дальше, конечно, тот стих, который мы прочитали, мы подойдем к нему, потому что не так просто сразу к нему подойти. Здесь уже речь идет о преданном служении, чистом преданном служении. До этого желательно бы сказать что-то. И деятельность, да, бездеятельность. Иногда мы можем подумать, что, ну, не хочу быть, как... Не хочу быть тем, кто я есть, надоело быть музыкантом, хочу быть царем, да, например. И это запрещенная на самом деле деятельность. Кришна говорит, что лучше выполнять, не помню какой стих, лучше выполнять свои обязанности, но несовершенно, чем чужие в совершенном образе. У нас ничего не получится просто. Если у нас есть природа своя, мы должны быть на своем месте. И что самое интересное, постепенно мы начнем чувствовать удовлетворение от этого, что мы занимаемся своим делом, и вполне это дело, оно приносит пользу как другим, так и мне. То есть мы станем квалифицированными, другими словами, в этой деятельности. Хотя в Кали-Югу очень сложно определить варну нашу, все очень смешано. Но, в принципе, мы знаем, какие у нас наклонности, нужно просто их развивать, дальше продолжать. И запрещенная деятельность – это деятельность, которая оставляет нас здесь, в материальном мире. То есть Кришна говорит, что… Он говорит в 48-м, у Арджуна, в 48 стихе у Арджуна, «Выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении». Такое умение владеть собой называется йогой. То есть для того, чтобы заниматься не кармой, карма – это запрещенная на самом деле деятельность с позиции Кришны, мы не должны заниматься кармой. Карма – это то, что здесь нас оставляет. Это то, что, например, я прихожу на работу и… Думаю, заплатят мне денег или нет, сделаю я это или нет. То есть я привязан к плодам той деятельности, которую делаю. Если мне мешают, то я очень гневаюсь. Не мешайте мне, я должен достичь вот этого результата. Я должен его достичь для чего? Чтобы потом прославиться, чтобы мне дали больше денег. И вот в этом состоянии я постоянно живу. То есть дадут мне денег, не дадут, получится у меня что-то, не получится, помогут мне, не помогут. Прославлюсь я или не прославлюсь от своей деятельности, ну, что-нибудь в таком духе, и постоянно думать об этом. Это карма называется. Мы будем получать тот или иной плод от своей деятельности, но он будет временный. Либо не получать. Мы будем испытывать те самые страдания, либо наслаждение, сукха-дукха, говорится. Это будет меняться. Мы будем иногда получать этот плод, но он, так как он имеет временную природу, он будет очень быстро иссякать, и мы будем новые строить какие-то новые планы, которые либо сбываются у нас, либо не сбываются. И будет зависеть от нас то, что мы делаем. Да, мы можем полагаться на свою природу также, то есть можем быть как шудры. Это Шрила Прабхупада рассказывал эту историю, счастье горшечника называется, да? То есть яркий пример кармы. То есть, ну, нищий, он продает там какие-то листы. В Индии люди едят из банановых листьев. И вот он собирает эти листья и продает, как тарелки, одноразовые тарелки, очень такая чистая посуда. И потом она просто выбрасывается, и не нужно пластика какого-то или еще чего-нибудь такого. Очень экологично. И вот он продает, ну, там, одна песо или там один рубль стоит. И вот он сидит, мечтает, так вот, продам, пойду еще сорву. Потом
И вот сидит, ну, думает, так, продам, 2 будет, 2 рубля. Ну, на 2 рубля пойду, заплачу, там еще 4 у меня появится. 5, 6. И он сидит тут еще, думает, думает. А у него горшки, а нет, это горшки были глиняные, извините. Не эти горшки были, сейчас горшечник же. И вот он сделал этот горшок один, и вот сидит, думает, так, один продам, пойду куплю глины, еще 2 сделаю. 2 продам, 4. И вот у него такая калькуляция начинается. То есть он думает, думает, думает. Да, богатым стану скоро. В уме он уже там все просчитал, и все, он уже представил себе, как он разбогател, все хорошо. Что будет? Ну, богатство, дом куплю. Хороший двухэтажный дом будет у меня. Шторки хорошие. Ну, жену, конечно, будет. Жена у меня хорошая. Сундарем красивая, слушаться меня будет. Во всем будет послушно, все будет делать для меня. И вот иллюзии человек такие строит. И потом думает, а если она меня не будет слушаться, я ей бах! И разбил этот горшок. Разбил этот... Ай, я опять нищий, я опять несчастный. То есть мы что-то придумываем, выдумываем себе. И в мыслях своих, да, мы герои, мы какие-то там великие такие лидеры или еще что-то. Но по сути это все выдумано просто. Эта деятельность называется карма. Мы иногда достигаем чего-то, да, мы можем достичь с помощью усилий. Но это все будет временно, иметь будет временный характер. Некоторые люди тратят целую жизнь для того, чтобы достичь какого-то большого успеха, построить какой-нибудь небоскреб, который назвали его именем, и в этот же день он умирает просто-напросто. Да? То есть он построил это и умер в этот же день. Забрали все. Ему до этого дела не будет. Другие будут, может быть, говорить, да, вот такой-то был, но ему временно было все. Все эти усилия были напрасны, другими словами. И это называется карма, это называется запрещенная деятельность, нельзя так действовать. В карме, если мы будем жить, то карму мы и получим. Мы будем все время оставаться, и как недавно наблюдал, дочка у меня выпросила хомяка. На 8 марта плакала, хотела хомяка. Хорошо, купили хомяка, и у нее колесо, знаете, такое, в котором она бегает. Ну, хомякам надо там разрабатывать мышцы. И вот она, я как-то пришел и смотрю на нее, то есть, и жену тоже говорю, смотри. Вот так же и мы, говорю, вот в карме бегаем. И она бежит, долго бегает. Потом она устает и просто вываливается из этого. И спит сразу, брык, и спать. Мы хохотали сначала, думали, вот это да. То есть она до неизжимости, просто вот до потери пульса она просто бегает, там все силы выжимаются. И она никуда, говорю, она же на месте просто стоит. Вот на месте просто стоит, ну мышцы там что-то потренировала. И брык прямо вываливается и спать сразу же. Просыпается, идет, ест и опять там бегает. Говорю, вот это жизнь, то есть это жизнь вот в материальном мире подобная такая, очень такая однообразная жизнь. И в 48 стихе Кришна говорит, как же мы должны научиться действовать, исходя из нашей природы. Если мы вычислили свою природу, мы поняли, чем нам заниматься. И, собственно говоря, по большому счету, не важно, чем мы занимаемся, лишь бы это не была греховная деятельность. Мы понимаем, что есть греховная деятельность. То есть распространять разного рода, там, не знаю, интоксикации или там, убивать коров, там, что-нибудь такое, азартные игры эти устраивать, денежные махинации какие-то, там, взрывы, войны. Это не наша деятельность, то есть она порочная, она не будет очищать нас. Хотя Арджуна был кшатрием, и он тоже сражался на поле битвы, и долгом его было сражаться. Но мы не говорим о греховной деятельности. То есть можно достичь вот, этой, вот этого состояния йоги. Кришна призывает как раз в 48 стихе, он говорит, просто действуй невозмутимо. Приходи на работу и действуй невозмутимо ради беспривязанности. То есть не нужно привязываться к тому, что и так у нас заберут. То есть мы должны понимать, что материальный мир имеет временный характер. Также вместе с этим мы должны понять, что мы живые существа, которые имеем вечную природу. По крайней мере, на теоретическом уровне мы должны это понимать. В чем заключается эта философия? Вечное живое существо, оно не должно запутываться, оно должно пользоваться разумом. Другими словами, зачем нам привязываться к тому, что мы известно заранее, что мы это потеряем? Мы можем попользоваться этим, но привязываться к этому не нужно. Это неразумно. То есть мы взяли это, и теперь это мое. Но говорят, что, ну, как бы тебе подходят и говорят, ну, ты знаешь, мы тебе дали поиграть.
Но ребенок, он нет, и он начинает истерить, но в конце концов все равно это все, он либо сам выбрасывает, либо у него забирают силы. Это глупо. Поэтому Кришна говорит, не нужно привязываться к этим вещам. Не привязывайся к каким-то временным проявлениям. Не привязывайся к семье, он говорит, не привязывайся к этому телу даже. Ты должен понимать, что это тело, оно временно, ты должен ухаживать за ним, ты должен его украшать, да, все. Но ты должен понимать, что это тело временное. Ты должен показывать его в лучшей форме, конечно. Но, опять же, ты должен понять, что оно временно. Имеет временную природу, имеет это тело. Также и наши обязанности, они тоже имеют временную природу. Как мы уже сказали о ашрамах, что в конце концов мы должны отречься от этого, от всего. Жизнь должна пройти у нас таким образом, чтобы в конце жизни мы сами сказали все. Все, пора заняться духовными вещами, серьезными какими-то вещами. Тело уже обрюзло, все, оно там повисло, все, кости не те, все не то. Мы отдали уже всем предыдущим ашрамам то, что было положено. Теперь нужно отдать и получить опыт духовный. И, собственно говоря, мы должны знать об этом, поэтому мы изучаем Писание в таком возрасте. То есть с тех пор, как мы встретили это, мы готовимся и получаем прямо сейчас, получаем этот духовный опыт. Нельзя сказать, что, находясь, например, в грехастхашраме, мы не можем получать духовного опыта. Как раз-таки наоборот. Кришна говорит, что в любом из ашрамов мы можем встать на путь чистого преданного служения. С самого начала мы можем, как мы только встретили преданных, получили этот импульс преданного служения, мы можем уже действовать в этом направлении. И жизнь, она будет просто проходить как некий фильм, что ли, который, как не события, а как есть в фильмах-то эти, эпизоды. Эпизод за эпизодом будет проходить в нашей жизни. Декорации будут меняться, а мы будем стоять и уверенно понимать, куда мы идем. То есть нам нужна вечная жизнь, мы должны понять, что это за вечная жизнь. И на самом деле эта вечная жизнь происходит прямо здесь, сейчас. Не там где-то эта вечная жизнь. Мы здесь, сейчас. И эта вечность, знание блаженства, они прямо с нами сейчас находятся. Это мы и есть, собственно говоря. Мы просто пытаемся докопаться до этой вечности, знания блаженства. Очистить свой ум, говорится. В первом стихе Шикшаштаки, то есть мы повторяем Святое Имя и Четадарпана Марджанам, то есть мы очищаем зеркало своего ума, чтобы просто увидеть, что вокруг происходит на самом деле, что есть ашрамы, есть варны, что есть полубоги, что я на самом деле душа, и я слуга Кришны. То есть вот эти очевидные вещи становятся очевидными для нас, не просто какими-то теоретическими догадками, а это происходит как пратьякша, говорится еще, что непосредственное восприятие происходит, то есть мы видим это. И вот Кришна, он подталкивает на это Арджуну, он говорит, действуй без привязанности, не привязывайся к этому, не беспокойся о победе или поражении. Всегда здесь будет победа и поражение, всегда. Мы должны привыкнуть, что здесь нету выигравших или проигравших, здесь на самом деле все проигравшие в материальном мире. Но выигрыш и проигрыш – это опять же временные понятия. Сегодня я выиграл, завтра я проиграю. Или сегодня меня хвалят, а завтра меня будут критиковать. То есть таков этот мир двойственный. И на это тоже мы не должны обращать внимание. Просто принимать это как события, опять же, эпизоды, которые происходят с нами. А наша задача действовать на платформе йоги. Йога – это связь со знанием. И вот эти вот вещи, которые говорит Кришна, он подводит нас к тому, что в конце концов он говорит, оставь всю порочную деятельность, то есть оставь эту карму. Не нужна карма. Прекрати вообще думать, что от тебя что-то зависит в этой жизни, в этом мире. Ничего от тебя здесь не зависит. Ты зависим, он говорит. Ты зависим всегда был. Ты зависим был в детстве от родителей. Ты зависим был в детстве от школьных преподавателей, от старших ты был зависим. Когда ты подрос, ты стал зависеть от своих детей, от правительства стал зависеть. И в конце концов, вообще все мы зависим от солнца, от света, от воздуха, которым мы дышим. Не будет этого всего, мы не сможем просто существовать здесь в материальном мире. И в конце концов он приводит, Кришна подводит к тому, что он называет здесь Арджуну Тхананджая, да, то есть завоеватель богатств. Что есть истинное богатство, мы должны понять. Истинное богатство – это то, что приводит нас к пониманию того, что есть вечное, блаженное живое существо. Вечности, в знании, в блаженстве я всегда нахожусь. Вот это истинное богатство. Потому что это богатство, оно постоянно со мной. Оно не утрачивается. Сознание Кришны не утрачивается. Оно, наоборот, только возрастает все время. Чем больше мы общаемся, тем больше мы понимаем.
то, что мы ничего не понимаем. Но факт в том, что блаженство увеличивается. Блаженство от знания и блаженство от общения. Оно увеличивается, становится полноценным, жизнь становится. Она уже не становится такой беспокойной, как раньше. И мы должны отказаться от плодов своего труда и отдаться преданному служению Кришне. И здесь очень важный момент. Шрила Прабхупада говорит: тот, кто осознал свою истинную природу, природу вечного слуги Господа, посвящает себя деятельности в сознании Кришны и оставляет все прочие занятия. Как человек, вам вопрос, как человек может оставить, ну вообще, к чему мы привязаны больше всего в этой жизни? Мы привязаны к своей профессии, например, да, к своей семье. У нас есть эти привязанности к семье, мы привязаны к маме, к папе, к родственникам привязаны. К своей профессии привязаны, ну вот что ты умеешь делать, ну вот я умею там, не знаю, подметать улицы очень хорошо. Я привязан к этому. И как можно изменить эту привязанность? Каким образом можно изменить привязанность и встать на путь йоги? Как это происходит? А? Как? Видеть. Как научиться видеть это? Как мы встаем на путь преданного служения? Почему вообще мы начинаем так думать, что подождите, это все временно, подождите, это все как бы иллюзия? Почему? Почему мы это начинаем делать? Почему с нами это происходит, эти метаморфозы? Мы читаем священное писание. Так. Вот, общение. Подразумевается под общением. То есть общение дает нам некий взгляд, другой взгляд. И на самом деле, как мы можем получить эту веру? Вера или шрадха в чистое преданное служение – это очень, очень ценная вещь. Представьте, что мы получаем нечто такое, что импульс, заряд и решимость действовать вот в этом направлении по пути чистого преданного служения, которое движет нами, то есть она покрывает, постепенно она убирает от нас все вот эти вот отождествления, мы начинаем реально понимать, что это все временно, и есть высший путь, и импульс, который возникает у нас в сердце, он реально нас движет в этом направлении. И реально мы совершаем эти усилия, как бы вот в этом решительном состоянии. Это вера, она зарождается в нас. Сначала она может быть шаткой, говорится. То есть, конечно, Атикари, он падает. То есть к нему пришли и что-то сказали. И он, да, засомневался. Но потом кто-то опять пришел, не сомневайся, вот опять его подняли. И, как правило, конечно, они падают с этого пути. Мадхьяма Адхикари, он, как правило, не падает. То есть он стоит и уверенно идет по этому пути, очень уверенно. Идет, он получает эту веру, он служит Кришне, он зарабатывает эту веру потом и кровью, говорится, то есть он трудится на благо других живых существ. Как он трудится? Он проповедует, он говорит о Кришне, он думает о Кришне, он читает священные писания, живет по этим принципам, и он может выполнять какие-то свои обязанности, то есть принимать на себя ответственность, как семейный человек, например, или как саньяси, он может быть гуру, или он может быть брахмачарием. И он понимает это положение, но он служит для Кришны, то есть это уже йога. Не знаю, доходчиво это. Понятно, да, то есть этот момент. И давайте, может быть, мы остановимся. Может, есть какие-то вопросы? Обсудим. На самом деле такая тема относительно деятельности. Вообще ответственность – это то, что нас дисциплинирует. То есть человек, он, если он отказывается от ответственности, то он становится таким, особенно мужчины, если они отказываются от ответственности, от семейной жизни, например, они становятся тряпками такими, очень мягкотелыми становятся. Им ничего не надо, им пиво попить, футбол посмотреть, я не знаю, что-нибудь еще. И говорят, да, легче, говорит, стало, ну, надоело все, легче стало. То есть ищут легкой жизни, и таким образом они скатываются, говорится. Поэтому сейчас вот в обществе у нас заметна вот эта эмансипация, женщины тянут все за собой,
они все делают, мужчин даже воспитывают. Вот. А мужчины стали очень слабыми. Просто из-за того, что потеряли смысл жизни, это первое. То есть никто мужчинам не говорит о смысле жизни. А для мужчины самое важное – это цель. Очень возвышенная цель, чтобы он увидел. И эту цель дает нам Кришна в Бхагавад-гите, он говорит об этом. Сарватхарман паритяжа, он говорит, оставь все, просто предайся мне. Он говорит, это самая возвышенная цель, одна из наших целей – предаться Кришне. И настоящие мужчины, они не ищут легких путей каких-то, то есть они воины, по сути, то есть они лидеры, и им всегда хочется превосходить других мужчин, соперничать между собой. У женщин другая природа, им нужен один мужчина, чтобы заботился очень хорошо о них, как дети, то есть нужна вот эта забота. Но мужчина, прежде всего, он должен понимать, что он должен принимать эту ответственность. Чем больше он будет принимать ответственности, тем больше будет ему доверять Кришна. Если он в сознании Кришны это будет делать. Также ответственность может быть в сознании Кришны. И может быть ответственность не в сознании Кришны тоже. И есть люди, которые принимают на себя большие аскезы, совершают суровые аскезы, принимают эту ответственность, получают большую силу, но, опять же, получают временные какие-то результаты, потому что цель была поставлена тоже временной. Но получают, они добиваются этого. Вот. Как-то так. Может, вопросы какие-то есть, дополнения? Как это качество ответственности можно развивать, усиливать? Нужно принимать ответственность просто. То есть, что есть ответственность? На нашем уровне, например, у меня вот есть дети, я вижу, как им сложно принимать ответственность порой, чтобы учиться в школе просто. Это что же ответственность, получить хорошую оценку? Не хотят, никакую, ни в какую не хотят, но родители – это разум. То есть родители напоминают им об ответственности. Ты должен принять ответственность, ты должен стать сильнее, ты должен стать ответственнее, чтобы тебе было проще в жизни. Потому что если ты будешь безответственный, то ты будешь всю жизнь страдать просто-напросто. Ты будешь не занят должным образом. У тебя не будет стимула для жизни, у тебя будет постоянная депрессия. У тебя не будет сил преодолевать какие-то препятствия, трудности. А жизнь – это школа постоянная, то есть это постоянно какие-то трудности, преодолевание этих трудностей, преодоление. И вместе с этим это принятие ответственности. То есть, как мы говорили, сначала воспитывались каким образом? Сначала это были брамачари. То есть он брал на себя ответственность, обучение, он учился. Для чего? Чтобы в 25 лет принять другую ответственность. Семейную жизнь. Это другая ответственность. Ты уже берешь ответственность за своих детей, за свою жену. И причем нельзя принимать ответственность, если ты понимаешь, что ты им не дашь высшей цели какой-то, то есть не приведешь их обратно, не возвысишь их сознание, да, сознание Бога. То есть у тебя должна быть эта цель. Если этой цели нет, как сейчас, вернемся, да, то есть 100% у нас разводы, кругом разводы. Нету цели просто. То есть не за что. Сначала вроде бы взяли эту ответственность, склонны к ответственности, но 5-6... Общался тоже 9 лет, вот человек тоже. Я, говорит, не понимаю, зачем это все. 9 лет я мучился, а сейчас вот бросил ее с ребенком, и мне легче стало. Я лучше денег я просто буду давать, чтобы она меня не грызла. Я не понимаю, зачем, говорит, это все. То есть люди не понимают, зачем вообще нужен этот ашрам, зачем нужна семейная жизнь, для чего мы вообще живем, собственно говоря. Думают просто, что для наслаждения нужно наслаждаться. Вот. И ответственность – это важный очень момент. Ответственность в духовной жизни, то есть если мы принимаем посвящение или принимаем духовного учителя, то это ответственность очень высокого порядка, ответственность. Это не просто какие-то сентименты, вот сегодня принял, завтра отверг. Нет, это как все равно, что сказать, что сегодня ты для меня мама, а завтра ты для меня не мама. То есть у меня есть мама, но если маме такое сказать, то она обидится наверняка, и мы не получим милости, которую она может нам дать в форме любви или там заботы или чего-то. Духовный учитель также, он готов нам дать эту милость. Но если мы многоветвист, говорится, разум тех, кто нерешителен. Сегодня одно, завтра второе. Вот сегодня хочу, завтра не хочу. Материальный мир. Как Дон Кихот и Санчо Пансо. Помните этих двух героев? Выехали, и Дон Кихот, он все время хотел защищать кого-то. И смотрит, напали на кого-то, он подбежал к ним и защитил кого-то там, освободил. И они, да-да-да, спасибо. А на утро он проснулся связанный, и те, кого он защитил, оказались бандитами. Он говорит, слушайте, я вас вчера защитил, но это было вчера.
А сегодня время, ситуация изменилась, и как бы вот мы бандиты на самом деле, хорошая добыча. Разели, разбули, обули, ну, жизнь тебе дарим, хорошо. За жизнь, то есть таков материальный мир. И это безответственность называется. То есть мы не должны менять своих каких-то приоритетов в жизни. Если мы решили встать на путь йоги, то мы должны встать на путь йоги и идти. Не сомневаюсь в том, что это работает, потому что мы видим примеры, яркие примеры того, что это работает на протяжении всей жизни, и люди достигают результата. Вопрос просто нашей слабости. Слабы, ну мы все слабы, но есть милость. Милость, благодаря которой все это происходит. И ответственность, прежде всего, она принимается также сверху, с благословения. То есть не то, что я сам по себе принимаю ответственность. Нет, с благословения. То есть ко мне подходят и говорят, вот твоя ответственность, пожалуйста, принимаю. Мы принимаем и следуем. Ну, мы обещаем что-то. Да, я обещаю, как есть свадьба. Они обещают друг другу, что до конца дней в горе или как-то в горе, в радости. Обещаю, обещаю, обещаю. Но люди перестали держать свои обещания. Просто поверхностно очень стали. И думают, что они так будут счастливы. Нет, как раз-таки сила заключается в том, что мы можем принимать эту ответственность и нести ее до конца. Тогда человек сильный. И по жизни сильный, и в обществе он сильный выглядит. И во всех отношениях, во всех смыслах он ответственный. То есть это о многом говорит. То есть это уровень его счастья, так скажем. Он, в принципе, будет удовлетворен. Можем видеть, ответственные люди, успешные люди, они ответственные, и в них больше энергии, больше сил. И люди тянутся к таким. Не знаю, ну что еще можно по этому поводу сказать. Нужно взять, начать с чего-то малого хотя бы. Просто с маленьких каких-то вещей. Не то, что мы теперь сразу вот принимаем полностью чистое преданное служение, все теперь все отвергаем. Не получится. То есть процесс постепенный. Мы понимаем, что да, если мы повторяем это без оскорбления, это уже чистое преданное служение. Мы сейчас занимаемся по факту чистым преданным служением, обсуждаем Бхагавадгиту, обсуждаем Кришну. Все зависит от наших мотивов, то есть какие наши мотивы. Если мотив чистый, чистое преданное служение, начать просто с маленьких каких-то вещей, повторять Хари Кришна. Ну, вот столько-то обещаю тебе, Кришна, обещаю, буду повторять. И эту ответственность принимать и наращивать. Иногда не получается, Кришна, прости, я вот, ну ничего, продолжать. Ну, сегодня я там помоюсь в душ, и каждый день мыться в душе, например. Постепенно мы привыкнем к этому, и это будет приносить большое удовлетворение. Я помню, как, не знаю, давно уже было, не мылся тоже, так как сейчас вот мы моемся, да. И все, и ты понимаешь, что без душа ты просто, ты не человек уже. Ты проснулся, тебе нужно в душ идти, нужно омыться, омовение, да, и после душа, о, бодрячком, все хорошо. То есть хорошие какие-то вещи принимать, и они становятся не просто какой-то обузой, как звучит это слово «ответственность» такое. А нет, оно было когда-то ответственностью, а теперь стало моей частью просто, моей жизнью стало. И это теперь не выглядит даже как ответственность, а больше видит как образ жизни просто. То есть не какая-то там, не знаю, премия какое-то, которое на меня кладут. Усилия нужно будет совершать всегда. И поэтому и говорится, что мы должны все время расти и принимать все больше ответственности, больше, больше, больше. Для того, чтобы расти, эволюционировать, чтобы эволюция была в нашем сознании, внутри. Дети, они беспомощные, не хотят принимать ответственность. Но наступает возраст, когда они сами этого хотят. Я хочу самостоятельности, как это называется? Переходный возраст, да, то есть они начинают проявлять свое эго. Я теперь сам знаю, я сам знаю. То есть природой заложено то, что мы должны эволюционировать. Мы должны расти и принимать какие-то решения сами самостоятельно. Это будет давать нам опыт непосредственно вот этой вот ананды, которая есть внутри. Мы хотим все наслаждаться, без исключения. Никто не хочет страдать. Но как это сделать, вот нам говорится. То есть без привязанности нужно научиться действовать.
не реагировать на счастье или горе, не реагировать сильно на какие-то похвалы в наш адрес или какие-то ругательства в наш адрес, сильно не оправдываться. Да, я знаю, что я негодяй, ну что теперь? Вы не первый, кто об этом мне сказал, собственно говоря. Но мы очень ерепенимся, когда нас оскорблять начинают, мы начинаем защищаться. Нет, не нужно этого делать. Это не йога, когда мы защищаем, это ложное эго, платформа ума, просто я тело. Как вы посмели это тело тронуть, как вы посмели его оскорбить, что-то такое. Но йога, это вот как раз, йога начинается с того, что мы встречаем преданных, и они рассказывают нам, вкладывают в нас эту энергию веры, пускай она маленькая, дают нам веру, вместе с этой верой они дают нам вкус. Вкус к этой деятельности, и вкусно становится, да, ничего себе, какие вещи. Оказывается, тут вселенная есть, она населена, а еще помимо этой вселенной все есть. И пока мы читаем, в процессе всего этого это проясняться становится, это становится очевидным здесь. В глазами это не увидеть, вот просто вот этими зенками, нет, не увидеть. Это видится сердцем посредством знаний, которые мы воспринимаем. Но через глаза мы это все начинаем наблюдать, да, на самом деле. Ну, шудра пошел, я вижу. Браман вон идет. А это преданный. О, интересно. То есть вот такие вещи очевидные становятся. Или это ответственный человек, мы видим. Мы начинаем разбираться в каких-то вещах, просто накапливая знания. Но опять же, Кришна говорит, что мы должны понимать, куда мы стремимся. Не нужно... Опять же, мы можем пользоваться знанием и достигать каких-то положений в этом мире, еще чего-то. То есть, пользуясь знаниями, можно стать очень, ну, очень могущественным. Как, например, Хиранья-Кашипу. Он знал, изучал Веды, но он хотел убить Кришну. То есть, и полубоги, они даже приходили к нему и приносили все дары и устраивали все, что он захочет. Он хотел, чтобы была зима, и наступала зима. Он сидел, говорит, хочу, что-то настроение поменялось, осень хочу. И осень наступала, все. То есть такое могущество было. И в конце концов он говорил, нужно мне поклоняться теперь, я Бог. Такая концепция, это вот знания могут что сделать с человеком. В конце концов он погиб, то есть мотив был неверным. То есть это тоже была карма, по большому счету. Мотив был неверен. Это запрещенная деятельность, Кришна говорит, нет, не так нужно. Ананды так не достигают. Ананды достигают посредством чистого преданного служения, то есть бескорыстно. Говорит, я вам все дал, я вам дал природу, я вам дал условия для существования, все это дал. Не беспокойтесь теперь, не реагируйте сильно на какие-то зиму и осень, там, пощечины или похвалу. Там. Сильно не реагируйте на это, не впадайте там, в безумие. Да, можно иногда поплакать там, от обиды, но нужно понимать природу вещей, изучать это все и понимать, в чем заключается смысл. Не впадать в крайности, всегда обращаться к первоисточникам. Я душа на самом деле. И что я за душа? Я слуга. Я просто часть этого всего. Я должен вкладывать свои умения, которыми наделил меня Кришна, я должен вкладывать с пользой. Если я говорю, опять же, если там дворник, я должен хорошо подметать улицы. Это от этого будет польза другим. Качественно это делать. Не абы как, а качественно, и от этого я буду счастлив. Просто подметая улицу, очень тщательно и хорошо я буду счастлив. Когда у вас был бардак дома, помните? Ну, у всех был бардак. И когда вот вы убирались дома, становилось приятно, чисто дома. Тщательно убрали все, сел и... Фу, ну, теперь можно и намусорить нормально, с хорошим настроением, что говорится. Но пока грязно все, настроение не очень хорошее. Но если мы с ответственностью подошли к этому, чисто все убрали... то и на душе хорошо, мы почистили и себя тоже. То есть к своим обязанностям нужно относиться очень тщательно. И не думать, что нам что-то взамен дадут. Взамен придет удовлетворение, которое мы получим от этого всего. Не деньги. Если мы хотим деньги, придут деньги, но удовлетворение не придет. Кришна не даст сознание Кришны. Веры он не даст, он не возвысит нас. Мы не эволюционируем тогда. Мы получим деньги. Деньги и так придут, если мы работаем, ведь так... Как Шрила Прабхупада говорит, если вы пришли на работу и работаете от звонка до звонка, вот у вас есть 5 часов рабочего дня, зачем думать о деньгах, они уже и так капают вам на счет. Просто придет время, вы придете и скажете, вот я работал неделю, да, чуть-чуть отчитали, вам дали.
Зачем об этом думать вообще? Думать нужно о других вещах, нужно возвышаться. То есть, если я делаю книги, то я должен очень качественную книгу просто сделать, а не думать, сколько же мне денег за нее дадут. Сколько положено, столько и дадут. А если не положено, то вообще не дадут. Если по карме написано, что нет у тебя там денег, сколько бы ты ни делал там чего, ну нету денег. Как бы ни пыжился и не думал бы об этих деньгах, они не придут. Поэтому Кришна и говорит, хитросплетения кармы очень сложны. И просто перестань об этом думать. Перестань думать о каких-то временных вещах. Подумай о вечности. Подумай, разберись, кто ты есть, для чего ты живешь. Вот в этих вещах нужно разобраться. И во время работы об этом тоже можно думать, без проблем. Как я выполняю свою работу? Качественно, да. Все довольны причем. Можем видеть, что если мы пришли на работу и выполнили свою работу очень качественно, все будут довольны. Посмотрите, как он сделал, да, и будут подтягиваться тоже. И польза будет от этого, стимул будет, и настроение на работе будет у всех другое. То есть это тоже польза, это тоже определенное количество вот этой ананды, наслаждения. Но если мы абы как все делаем, то и жизнь у нас абы как. Мы деградируем просто постепенно. Не хотим принимать ответственность, ту самую, о которой мы говорили, вы спрашивали. Это ответственность. Ответственность за то, что нам дали. Если мы, не знаю, там, ну, уже не будем это переворачивать туда-сюда. То есть нужно выполнять свои обязанности очень хорошо. Водитель, водите. Уборщик, подметайте. Ну, чтобы это было хорошо, и вам будет хорошо. Принцип такой. Вместе с этим можно заниматься сознанием Кришны. Однажды Шрила Прабхупада вышли они с учениками, и преданный один мел улицу. И пел Хари Кришна. Во, говорит, вот это сознание Кришны. Посмотрите, он удовлетворен. Он просто метет улицу, но он полностью удовлетворен. Он поет Хари Кришна. Он, его не заботит о том, что он поет, метет улицу. Нет, он служит Кришне. Как он служит, ему все равно. Он получает ананду, он получает удовольствие от того, что он делает. Вот какой принцип. Но мы можем сидеть на золотой яхте и пересчитывать доллары, и у нас будет поганое настроение. Но кто счастливее, тот, кто метет улицу, или тот, кто сидит с этими золотыми слитками, передвигает их туда-сюда и в страхе боится постоянно? Нужно еще посмотреть, кто счастливее. Такова йога. То есть не важно, чем мы занимаемся. Важно, что мы испытываем в этот момент. Важно, что мы думаем. То есть и Кришна вот нас как раз подталкивает на это. Он говорит, займитесь деятельностью высшего порядка. Чистой деятельностью займитесь. Не думайте о всяком мусоре. Кто там хуже вас, кто там оскорбил вас или еще. Старайтесь это все выбросить постепенно. Выбросить из своей жизни. Все эти, как их называют, сплетни там, собираем сплетни, это то сделал, этот все сделал, а тот вообще вон так посмотрел, а ты посмотри, ой, какую машину купил, ой, наверное, денег, наверное, своровал, точно. Ой, и вот это вот все, вот. Ну, что это за жизнь такая? Это карма все. Это не принесет нам никакого счастья. Счастье в общении заключается. Общение подразумевает то, что мы начинаем думать постепенно принимая на себя ответственность в категориях высших каких-то сфер. Высшая сфера – это я, живое существо, которое вечно, прежде всего. Я должен это понять. Нужно осознать это реально, что я вечное живое существо, я никогда не умираю. Какое облегчение? Какое облегчение, на самом деле? Я вечно в знании нахожусь, в постоянном. Я знаю, что есть Кришна, есть Бог. Это сознание будет все больше и больше на нас накатывать. Я занимаюсь йогой не так давно, но я чувствую, что накатывает все больше и больше и больше и больше накатывает. Ощущение того, что да, Кришна есть, Кришна Бог, и не зря я с ним общаюсь, не зря я повторяю мантру, не зря я к нему обращаюсь постоянно. Он проявляется все больше и больше. Почему? Потому что он начинает доверять нам. Он видит, что да, преданные принимают на себя ответственность какую-то. Они решительные, ну, по крайней мере, пытаются быть решительными. По милости других преданных они это делают все. Не бросают. Трудно им тоже может быть. И Кришна проявляется. И сердце, он в сердце каждого из нас находится. И это очень близкое живое существо. Мы можем общаться с ним очень близко. И чувствовать это, что он рядом. И получать от этого удовольствие. Вместе с этим ничего не изменится, я имею в виду декораций каких-то. Наоборот, все станет еще более очевидным.
Как мы сможем понять, как мы можем наслаждаться здесь, в этом мире. Правильно наслаждаться. Не то, что мы гоняемся постоянно туда-сюда, туда-сюда за какими-то мнимыми наслаждениями. Здесь урвал, там урвал, здесь урвал, там урвал. Но все, пришел, за голову схватился, ну и что теперь? Надо еще где-то урвать. И вот в погоне за какими-то временными наслаждениями просто приходим к тому, что приходится умирать. Не хочу, нет, я же не нашел этого. С криками вот этими мы умираем просто. И рождаемся вновь. Вновь рождаемся. И опять бежим по этому колесу, потом опять падаем и спим. То есть вот такая жизнь, это запрещено. Кришна говорит, нет, это запрещено. С моей точки зрения это запрещено. Не нужно этого делать. Не делайте этого. Но если вы хотите, Кришна говорит, если вы хотите занять мое место, попытаться, ну попытайтесь. Мы же самостоятельны слишком. Я знаю, какое счастье. Мы поедем, снимем, не знаю, там, коттедж трехэтажный и устроим такую вечеринку, что на всю жизнь запомним. Вот это счастье для нас. Мы готовимся, готовимся, готовимся к ней, готовимся, и все в предвкушении, наслаждаемся, наслаждаемся. Но 2 часа наслаждения, а потом что-нибудь такое туманное, и с утра просыпаемся, а что вчера было вообще, что за наслаждение это такое было? У всех болит голова просто. Вот такое наслаждение в материальном мире. Оно опьяняет, да. То есть есть какое-то, какие-то свои тоже там наслаждения такие, но они временные. С Кришной все по-другому, иначе оно возрастает постоянно. Сознание Кришны все время возрастает, оно все время новое. Если мы пытаемся здесь эту новизну изменить какими-то вот именно декорациями, поменять декорацию, но, извините, водка от этого не меняется. Она как была водкой, так и остается водкой. Но Кришна, он всегда меняется. То есть он сегодня Кришна, завтра он вдвойне Кришна. То есть он Бог, и он все время новый, новый, новый. У него есть чем поделиться с нами. Но мы из материи пытаемся выжать вот эти наслаждения. Это нереально. То, что не приносит на самом деле никаких наслаждений. Оно вроде и наслаждались, но где оно, это наслаждение? Опять хочу, опять хочу, опять хочу. С Кришной так же, да. То есть мы попели, попели, потанцевали, здорово, еще хочу, еще хочу. Но Кришна, он говорит, он не обязывает нас какими-то страданиями, я имею в виду в плане тела. Он говорит, это вечно может быть, мы вечно можем наслаждаться этими вещами. Причем дает разумные вещи, то есть разумный выход. Не просто какую-то иллюзию, а разум. Вечная платформа. Ну, это очень сложно. На самом деле это очень сложно подняться на этот уровень, чтобы постоянно находиться еще на нем. Но это возможно, по милости преданных, это возможно. Вручить себя Кришне. Ну, мы уже в какой-то степени вручили себя, да? Матаджи, вопрос? Да. Этот стиль, он для всех уровней, или он предполагает себя, что уже... предложение плодов своей деятельности Кришне, этот стих уже не приемлет? Или это включает? Это включает. Включает? Еще раз, включение плодов, предложение плодов своей деятельности. Да, включает. Оставь всю порочную деятельность, то есть отбрось всю карму, отдайся преданному служению и в таком настроении вручи себя Господу. Но как он может себя вручить, если... ну, у него нет отношения, он должен что-то делать, и он просто посвящает всю свою деятельность Кришне. То есть эти скупцы, они просто вообще не знают о верховной личности. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. Да, знают, это вот... куда, что делать с плодами. Да, они не знают, но они присваивают их себе. Они же скупцы. Они скупцы, и они копят просто. И не пользуются тем, что у них есть на самом-то деле. Они просто гордятся тем, что у них есть деньгами, например, властью. Но не пользуются, они не отдают это на служение другим, на служение Кришне. Мы, если, например, преданные, то как мы поступаем? Мы свои таланты или еще что-то мы не прячем и не присваиваем себе, мы говорим, это таланты Кришны. То есть это Кришна мне дал, и я должен просто этим поделиться. То есть таким образом. И отдают просто на общее, так сказать. Мы бы вряд ли бы, там, не знаю, пели бы такие киртаны, если бы нам платили бы деньги за это. Нет, там бы не было столько искренности, не было бы столько любви.
То есть преданные они, посмотрите, что они творят. И это просто из-за отношений они это делают, не из-за денег, не из-за каких-то временных вещей. Отношения, они хотят вечных этих отношений, хороших. Мы все ищем хороших, постоянных, стабильных отношений, чтобы о нас постоянно заботились, чтобы мамы, папы не менялись. Вот чего нам надо, стабильности, постоянности. И тогда мы отдаем свои плоды просто. Они и так, мы понимаем, что не то, что мы отдаем, мы просто служим. Служение подразумевает, что мы понимаем, что мы ничего не можем отдать. То есть мы просто отдаем себя в служение. А плоды, они от Кришны зависят. Будет там, не будет, непонятно. И нас не беспокоит. Хорошо, плохо, я знаю, что я служу Кришне. А это ему решать, что он там сделает. Мы, конечно, надеемся, что все-таки что-то получится позитивное и больше присоединится. Присоединится, как бы станет больше йогов, чем скупцов, так скажем. Что скупцы наконец-то одумаются и скажут: «Господи, правда, что это я тут сижу? Надо отдавать, отдавать все эти богатства. Копил, копил, что-то вот как-то. Лучше не становится, только хуже, хуже, хуже». Угу. А вот слово «скупцы», оно «крипа-нага». А «крипа» – это милость тоже. «Крипа-нага». Ну, там по-другому, наверное, чуть-чуть. Крипа, наверное. Я не знаток санскрита, честно. Но крипа, да, есть крипа. Крипа, а здесь крипа-нага. Крипа – милость, а здесь крипа-нага. Скорее всего, вот это. Милость, она как бы вот это, знаете, как есть приставки разные в санскрите. Есть карма, а-карма. То есть одно и то же слово, а значение противоположное. Соответственно, крипа – это скупец, а крипа, ну, может быть, и милостливый кто-то. Не знаю санскрит. Как, нормальная тема? Кто-то что-то новое. Да. Вот. Еще что-то, да. Скажите, пожалуйста, потому что вот там 50 лет отречься от всего, нужно ли в молодости тренироваться или наоборот надо стараться стать счастливым? Как себя правильно? Нужно всегда стараться стать счастливым. Не нужно ждать 50-летнего возраста. Тут вопрос временного характера. И просто мы говорили о том, как было устроено общество. То есть оно было устроено таким образом, что просто люди, они переходили из одного аштрама в другой, естественно. Ну, например, для меня сейчас принять саньясу как-то будет не очень логично, да. То есть у меня есть дети, которых нужно воспитать, еще что-то сделать. Хотя я еще не знаю, как, что это такое саньяса, нужно к этому еще подготовиться. Что это такое, и нужна ли она мне вообще будет. Ну, по сути, я просто вот сейчас со своей точки зрения. Или там отрекаться, ванапрастху принимать. Не знаю. То есть нужно работать еще пока. То есть еще творческие способности, силы какие-то есть. Вложить нужно. Вот. Но Кришна поэтому и говорит здесь, что не нужно ждать там 50 лет. Можно прямо сейчас стать саньяси внутри. Отречься от всего от этого. И заняться деятельностью высшего порядка. Получить вот эту веру, шрадху. Как ее получить? Нужно найти тех, у кого есть, и своровать у них. Реально. То есть подойти, своровать. Ну дайте. Он что-то говорит. О, вот она. И взять это настроение и вложить его в сердце. Просто это настроение. Вложить его в сердце и жить с этим настроением. Вместе с этим никто не запрещает любить свою жену там, или мужа, растить детей. Никто не запрещает. Цель. Важна цель. Ради чего мы это все делаем? Если возвышенная цель у нас есть, чистое преданное служение. Да. Мы должны разобраться, что же это за такое чистое преданное служение Кришне. И это уже будет приносить большую анамду, блаженство. Счастье, оно подразумевает то, что мы знаем, для чего мы живем и зачем мы это делаем. А несчастье – это отождествление себя вот с материей как раз. Я тело, и все на самом деле печально. Я умру. Я умру и буду делать вот что-то непонятно что.
никто этого не оценит, в конце концов, а если оценят, я уже буду мертв, зачем мне это нужно будет, то есть вот такие какие-то сентименты материальные. Но духовная деятельность, она сразу от нас возвышает. Мы сразу понимаем, зачем мы живем, что мы делаем. До какой-то степени сразу, я имею в виду. Но это будет все больше и больше проясняться. Очевидно будет становиться, что на самом деле самое лучшее – это служить Кришне. Сначала это будет не очень очевидно. Сначала это будет просто на уровне чувств, ума. Мы придем сюда, мы приходим к преданным и видим, о, одеты там как-то странно. О, все новое, запахи новые, вкусы новые. Сари сколько много, и какие красивые, можно потанцевать, они танцуют, там божества какие, ух, все это будет ум будоражить. Но пройдут годы, и постепенно-постепенно это будет все угасать. То есть уму это привяжется опять все. И для того, чтобы это не привязалось, вот к этому времени нам нужно развить вот эту веру внутреннюю, внутреннее понимание того, что не внешние вещи важны-то, а внутреннее состояние, наши качества. Насколько мы любим этих преданных или этих непреданных. Насколько мы видим в них также душу, насколько мы понимаем, что они тоже так же, как и мы, страдают. Их сердце понять. Вот. Постепенно-постепенно мы начнем понимать, что мы все в одинаковом положении. В саре мы или в тхоте, или в рясе с Христом, или в чулме, неважно. Мы просто либо страдаем, либо испытываем счастье от отношений. Либо мы наполнены любовью, либо мы наполнены ненавистью. Я вспомнил этот пример, когда Радханат с вами, он путешествовал. Помните, да, эту книгу «Путешествие домой»? Вот, он путешествовал, и однажды он увидел, как сидел один гуру. Сидел гуру, и была большая очередь. И подходили, и он давал благословение. Татасту, татасту, благословляю, благословляю. И тот подошел и сказал, я хочу благословение. И этот гуру ему сказал, о, увидел, ты, говорит, из Америки. Да. А что ты здесь делаешь, говорит? Я приехал со духовным знанием, с Анандой. Глупец, говорит. Ты уехал из такой богатой страны. Ты уехал из такой богатой, там у тебя было все, были все возможности для наслаждения. Женщины были, у тебя было много денег, а ты оставил такую богатую страну и приехал в эту нищенскую. Я уже, говорит, 30 лет садху. Я ничего не получил. Ничего. И тут же подходит он татасту, благословляет, татасту благословляет. Езжай, говорит, обратно, глупец. Ты ничего здесь не получишь. Нет никакой Ананды. Это вот типичный пример того, что можно видеть перед собой человека в одеждах каких-то. Он будет даже давать благословение просто. Но он просто это будет делать из-за того, что ему есть нечего, и он больше ничего не умеет делать. Но внутри нет ничего. А мы должны быть так, что если Кришна захочет, чтобы мы были там каким-нибудь президентом, может быть, не дай Бог, ну, к примеру, то даже в этом состоянии мы должны находиться с этой шрадхой, с этой верой, твердой верой, что это делаю ради Кришны. Неважно, в чем я, как я одет или что-то на мне есть. Нет, мы люди, и мы духовно должны образовываться. И куда-то в определенные условия попадаем, мы начинаем видеть, что это такой же человек. И человеческая форма жизни, мы должны понимать, что она предназначена для духовного роста. Предназначено, самой природой предназначено для того, чтобы мы духовно возвышались. Просто в общении, в служении друг другу. Но через Кришну. У нас есть секрет. Мы можем это делать через Кришну, из сердца. Кришна это видит и санкционирует наше блаженство. Санкционирует все больше и больше и больше и больше. Не кто-то там извне, Кришна все это санкционирует. Преданные приходят, начинают нас благословлять. Почему? Потому что Кришна из сердца, он понял, что его надо благословить искренне. То есть и вот это вот состояние, оно будет увеличиваться, оно будет распространяться на нашу семью. Семья начнет смотреть, сначала будет бояться, что это с тобой, мальчик. Куда это ты пошел? Секта? Мясо бросил есть. Сумасшедший. Я помню, как это было со мной. Но я сказал, я получил какой-то заряд от преданных. Я сказал, нет, все, я решил и все. Я получил эту решимость от преданных. Я говорю, все, вот он мой путь. Я, наконец-то я нашел, что я искал. Это вот точно. Не переубедишь. И никуда не пошли. Ладно, занимайся, я думаю, бросишь. Все мы там чем-то занимались. Нет, как видите, не бросается. Спустя время мама моя начала читать Бхагавад-гиту. Я говорю, ну ладно, хорошо, покажи, что там. Смотрю, что-то вот пить бросил, курить бросил, все, побросал, что-то какой-то благостный стал. Что с тобой произошло-то вообще? Секта какая-то у тебя интересная. Ну, хорошо, расскажи мне чуть-чуть.
читает книги Прабхупады, повторяет Харе Кришна. Результат. И другие начинают спрашивать постепенно начинают подходить, спрашивать, а что это такое? Хорошо, расскажи. Мы все время тебя считали сумасшедшим, ты псих. Ходишь, Харе Кришна, у тебя Гауранга, Гауранга. Что с тобой не то? На вечеринки не ходишь. Ну, то есть это действует. Это действует таким образом, что сознание Кришны, оно выше всех этих материальных наслаждений. Это не нужно становиться. Мусор просто какой-то. Постепенно, но не сразу. Сразу мы не сможем избавиться от всех своих анартов. Это близкое нам, но мы должны и про это не забывать. Постепенно, конечно, наступит тот момент, когда мы должны будем выбрать. То есть сказать, да ну ее, жизнь материальную, глупости это все. Но на самом деле, как вы спрашиваете, это нужно произойти прямо сейчас. На самом деле. Прямо сейчас. Вот происходит все. Да зачем она нужна, эта глупая материальная жизнь? Со всеми вот этими вещами. Она будет еще возвращаться, но мы будем говорить, ну, слушай, опять пришла. Надоело просто. Ну, что она? Тук-тук-тук. Я здесь, она все время. Я здесь. Пойдем. Иногда даже будет побеждать. Ну, ладно, пойдем. Ну, что я тебя опять послушал? Нет, пойдем к Фреду. И вот такое будет. Качалово сначала. Потом постепенно у нас все больше и больше мы скажем, да ну ее. Точно. И на самом деле это нужно, это должно произойти прямо сейчас. Если это сейчас не происходит, то вряд ли это когда-то произойдет. Завтра это не произойдет, потому что завтра нет. Это сейчас должно произойти. Мы должны сейчас решить, что ну, разумно же все. Все же настолько разумно и настолько все четко вот сказано, что ну принимаю. Принимаю все. Принимаю и буду идти. Ну, может, не хватит решимости. Ну, Кришна, ну, ты же слышал, я принимаю. Ты же Бог. Говорили же, что ты Бог. Ну, давай посмотрим. Но нужно быть верным, не предателем. Кришна не любит предательское сердце. Он должен понимать, что если мы выбираем Кришну, ну, какая разница? Ну, Кришна, ну, звали бы его Вася, ну Бог же. Все о нем написано, тем более Кришна, говорится, кто такой Кришна. Все привлекающие. Это ж удивительно. Привыкни потом к имени, нормально. Уже и как-то Бога Кришна не назвать это будет. А кто? Кришна, конечно. Бог, да, наш Бог Кришна. То есть таким образом, предаться Кришне. Просто он мальчик-пастух. Он на флейте играет, во Вриндаване живет. Деревенский парень. Нормальный. Можно почитать о нем. Шалун. Вор. То есть нормальный. То есть он не это самое, не... Он... Икона. Ну да, то есть он не какой-то такой вот зажатый там. Поклоняетесь мне, знаете ли. Там. Нет. Можно с ним похохотать. Вот. Во Вриндаване много чего происходит. Мы все из Вриндавана на самом деле. Вриндаван это очень яркая жизнь. Представьте, вы живете не в городе. Кому-то нравится город, но я вижу, что в основном люди, когда взрослеют, они уезжают все равно за город. Пока у нас есть раджас, пока у нас есть вот эти вот все желания, гуны страсти, мы начинаем строить эти города, еще что-то. На самом деле, я бы жил в деревне и жил бы. И у меня был опыт, в детстве ездил в глухую-глухую деревню. Бегали босиком все время, в одних трусах, знаете. У нас были озера, там, яблоки, сливы. Мы лазили к чужим. У нас был самих большой сад, а мы к соседям лазили, потому что это было интересней. Что мы только не творили. И это была жизнь. И у нас была большая семья, и никто ничего не делил. Все любили друг друга. Это была атмосфера любви и заботы. А сейчас что? Я даже не знаю, кто там на площадке живет. Ну, знаю. Но... Люди просто замкнулись в себе, они вообще никого не любят, кроме себя и своего планшета. Что это за жизнь такая? Скучно очень, очень скучно. Ну вот к преданным приходишь, можно потанцевать, пообщаться, посмотреть, живое общение у нас происходит. Но решить предаться Кришне нужно прямо сейчас. Если мы решили это, Кришна оценит это. И не сходите, нет, хочу, и все, Кришне предаться. Кришна, хочу тебе предаться, и все, вот хочу. Что там мне делать? Да, я негодяй, да, я опять упал. Но все равно хочу.
Все равно хочу предаться. Но для того, чтобы оставаться в этом состоянии решимости, нам необходимо общение, постоянное общение. Общение необходимо. Общение можно получать из любых источников. Общение происходит, опять же, на разных уровнях. То есть мы можем общаться, вот как, видя друг друга. То есть, и даже иногда это не может быть общением. Может не состояться это общение. Можем видеть друг друга, но общения может не быть. Потому что у нас могут быть разные цели. Если у нас цель одна, если мы обсуждаем ту цель, которая нас всех беспокоит, тогда это общение. Если у кого-то какие-то другие мотивы, нет, общения не будет. То есть должным образом общение не состоится. Также может общение быть на платформе ума просто. Мы просто можем на платформе ума общаться, вспоминать какие-то моменты, пользоваться этими моментами. Кришна говорит, я вкус воды. Угу, наливаем воду. Так, Кришна говорит, я вкус воды, нужно эксперимент поставить и пить. Попробуйте как-нибудь, попейте воду, это удивительный вкус. И Кришна говорит, это я вкус воды. Можно еще вопрос? Еще есть у нас чуть-чуть время. Не устали? Кто-то устал уже. Устали? Нет? Нет вопросов? Матрас. Хорошо. Давайте подведем итоги. О чем мы говорили-то сегодня? Давайте, скажите мне. Не привязываться к плодам. Кто слушал? Не привязываться к плодам, так. Выполнять свои обязанности. Угу. Качественно. Судя по всему, вы слушали одна. Может, кто-то еще помнит, что мы еще говорили? Мы обсуждали, какие бывают виды деятельности. Мы записали все. Молодец. Так. Угу. Виды деятельности также мы говорили, да, видах деятельности. Занять свою природу, а не отвлекаться. Природу, да, о природе говорили, что у нас есть у каждого своя природа. Давайте просто, чтобы, ну, мне вот интересно, чтобы занятия, вот эти классы по Бхагавад-гите, они были практичны. Не просто там я пришел, что-то поговорил, например, или еще кто-то. Ну да, послушали, о, да, супер, вышли, о чем была лекция? Супер была лекция, не помню о чем, понимаете. Нет, духовное знание, оно практично, то есть в высшей степени практично. И его нужно применять в жизни. Для того, чтобы его применять в жизни, нужно понимать, о чем идет речь. То есть, если нам говорят, есть природа, нужно понять, что за природа такая, как ее, в этом смысл всех этих классов. Ну и в конце концов, да, мы должны предаться Кришне. Здесь сейчас, да? То есть, здесь сейчас мы всегда же, другими словами, мы всегда должны быть преданы Кришне. Преданность Кришне – это самое первое качество, которое у нас должно появиться. Если оно есть у нас, все остальные качества разовьются автоматически из него. Автоматически они выльются просто из него. Кришна все нам даст. Но первое мы должны всегда помнить, предан ли я Кришне. Преданность мы знаем, что такое. Думать о Кришне, помнить о Кришне. Как о самом близком живом существе, которым обо мне позаботится. Никто так не позаботится, как Кришна. Никто. Ни подруги, ни мужья, ни дети. Никто, никто. Кришна позаботится. А я, в свою очередь, буду заботиться о других. Ну и заботу принимать о других тоже. Но самый высший благодетель Кришны. Хорошо. Ладно. Шмат Бхагавад Гита ки, Шрила Прабхупада ки. Гору Примананди. Спеть, да, чуть-чуть? Давайте попаем чуть-чуть. Rama Rama Rama
Krishna,
Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна. Krishna, Krishna, Krishna.
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nityanandaram jayo Nityanandaram
Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada.